Мартышка зеленая – одна из самых обычных мартышек. Примат среднего размера, населяющий саванны и редколесья Африки. Зеленые мартышки – одни из первых приматов, которые поселились в зоопарке Фельдман Экопарк. В природе они живут шумными стаями до 80 животных, состоящими преимущественно из близких родственников. Зеленая мартышка была хорошо известна и популярна как домашний любимец еще в Древнем Египте. А уже в наше время эти животные стали настолько популярны, что их расселили на Малых Антильских островах и в США, в штате Флорида. Вообще, под названием «зеленая мартышка» зоологи подразумевают от 3 до 6 видов приматов, сильно схожих как внешним видом, так и образом жизни, и отличающихся только ареалом обитания и, соответственно, названиями – греветки, верветки, малбруки и другие. Фельдман Экопарк содержатся настоящие зеленые мартышки, описанные еще великим шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем. И все же у всех зеленых мартышек много общего. Так, к примеру, исследования в природе выявили удивительный факт четкой дифференциации звуковых сигналов в зависимости от вида угрозы. Разными криками тревоги мартышки определяют местонахождение потенциальной опасности – воздух, заросли травы или крона деревьев, что помогает этим зверюшкам быстро и правильно определить направление бегства. Как и большинство своих родственников, зеленые мартышки всеядны. У них хорошо выражены защечные мешки, в которых они могут накапливать еду. С момента появления в зоопарке Фельдман Экопарк зеленых мартышек они сразу стали всеобщими любимцами, что неудивительно, учитывая их общительный и веселый нрав.